Житель Елутеровского района получил 5 лет строгого режима за благовоние в посылке. Тюменские таможенники пресекли контрабанду наркотического средства из Италии. Марихуану, которую произвели на острове Сардиния, 45-летний житель Елутеровского района заказал в интернет-магазине. 110 граммов наркотика стоимостью 15 тысяч рублей мужчина планировал использовать в личных целях. Однако долгожданную посылку забрать не получилось. В здании почтамта преступника задержали оперативники. При вскрытии пакета таможенники обнаружили 2 прозрачные упаковки, в которых находились высушенные листья и цветки растительного происхождения. Мужчина пояснил свой заказ, сделал, предполагая, что покупает благовоние, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями. Эксперт подтвердил, заказанное вещество является наркотическим средством каннабис. Наркотик, запрещенный к обороту на территории России, гражданин приобрел в крупном размере. По данному факту Елутеровский районный суд признал преступника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.